Добрый вечер. Рада приветствовать вас в этот зимний вечер. В клубе Козлов. А играет в этом клубе Козлов? Сергей Головняна в тенор-саксофоне, Александр Машин в трубах, Макар Новиков в контрабасе и Яша Окунь на фортепиано и я на саксофоне, Женя. А первая композиция была написана Томми Фленганом, называется она «Майнер Мишап». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Да,
Сейчас прозвучит оригинал. Моя композиция, которую написал Сергей Головняк. Большое спасибо за вклад в нашу программу. Мы с радостью сыграем сейчас для вас. Он называется на Лаки. Что в переводе значит? В переводе значит довольный, счастливый, радостный. Да, да. То есть это посвящено тому короткому отрезку времени, когда человек счастлив. Thank you.
Сейчас прозвучала композиция «Счастливый», о «Счастливые», о «Счастливая». В зависимости от пола. Если он чистый, тогда мы счастливые. Написал ее Сергей Головня. Следующая композиция называется «Кон Альма». Написал ее Дизи Гиллеспи.
Не беспокойся, нет. Без напряга. Без напряга. Называется позиция. Thank you.
Александр Машин на барабанах. Александр Машин. Сергей Головня. Без напряга. Сергей Головня. На теноре, на баритоне. И без напряга. На всех инструментах. Композиция, которая сейчас играет, пожалуйста, без напряга. Макар Нойков. Контрабас. Душах, как мне кажется. Я надеюсь, что в ваших душах тоже все было прекрасно. Спасибо большое.